Оксана Майкова, Испания. И у нас сегодня вот такой вопрос. Можно ли получить страховку бесплатную в Испании, если вы, например, приехали на полгода сюда, да? То есть покупая недвижимость, ну, есть такой вариант, что придется переехать. Так вот, какой тип страховки и, ну, вообще, что делать? Потому что для меня это тоже был вопрос очень интересный. Сейчас мы как раз вот собираемся попробовать осуществить. То есть первое, что мы делаем, мы пойдем в местное аютаменто, возьмем и падронаменто. Не пугайте, что столько непонятных слов. То есть мы идем как бы в местный ЖЭК, давайте так скажем, и сделаем прописку себе. Сделаем прописку, потом с этой пропиской, с паспортами пойдем в госпиталь, к которому наш район прикреплен. И сдадим заявку на на эту вот медицинскую бесплатную страховку. Я не совсем уверена, как это у нас получится, но пускай будет небольшая интрига. Смотрите, за нами дальше я это все опубликую.